Всем привет, с вами Савена, и это видео по названию «Типичные фразы мам». Ну что, поехали? Поехали. Почему у тебя в комнате такой срач? У тебя что, своего дома нет? Быстро убрала это. Потом ты скажешь мне спасибо. Ты не для нас учишься, а для себя. Если она прыгнет с 10-го этажа, ты тоже? Я тоже многого хочу. Конфеты – это не еда. Посмотри, только встала и сразу же в компьютер. Доча, кушать. Ща, мам. Прошло 10 минут. Доча, кому сказала быстро кушать? Ну, мам, подожди. Прошло полчаса. Доча, кушать. Ты что там, в телефон смотришь? Нет, я лежу. Сейчас сколько часов? 7 утра. Господи, спи. Доча, вот скажи, что в интернете интересного? Ну, это было все. Всем пока, с вами был Ржан. Ставьте пальчик вверх. Конечно, подписывайтесь на мой канал. И да, я знаю, что было очень мало фраз, что ли. Ну, ладно, думаю, ваша мама тоже такие фразы говорит, что... Короче, всем пока-пока. Я вас очень сильно люблю. Пока.